песню, которую я написал прошлым летом. Меня так угораздило углубиться во вселенную Экзюпери. Я просто пару лет назад начал учить французский язык, и когда так в оригинале перечитал «Маленького принца», и тогда так мне очень понравился вот этот вот темпо-ритм существования вообще этих героев в этой сказке, потому что это такие вот путешествия с планеты на планету, где ты попадаешь, видишь какого-то человека, пытаешься понять, кто он, задаешь ему вопросы, потом перелетаешь на другую планету. И как-то так мне это очень напомнило, в принципе, взаимоотношения наши с людьми, просто мы обычно друг друга как-то не пытаемся услышать. А вот мне кажется, если относиться к другому человеку как немножко к другой планете, другой цивилизации, то как-то немножко иначе вообще и устраивается, да, и вся наша культура, да, и вообще просто, да, потом я думаю, что ты говоришь человеку, а на самом-то деле как-то долетит по вот этим вот нейронным связям до адресата, и что он там вообще поймет, и как он тебя вообще воспримет, вопрос хороший. Как-то вот об этом чувстве одиночества, когда ты вроде как среди людей, но при отсутствии какого-то глубокого контакта ты все равно остаешься таким же одиноким. Наливай чай, разламывай хлеб, нарезай сыр, одиночества нет, одиночество ждет. Вот как пройдет марафон виртуозных прыжков с отдаленных планет. Приземляемся в сад, ты снимай парашют, познакомься со мной, посмотри, как вокруг, посмотри на меня, а еще расскажи, как справляешься ты там, где только чужие сны. Лишь глядя в глаза, совершаешь прыжок и летишь в никуда, пока со всех сторон звездный десант самых разных планет. Он тебя узнает и тебя соберет. Заберите меня, больше так не хочу в своей грустной стране. Я печалюсь и жду, научите меня всю печаль отпускать и до вас долетать, что вы ищете с вами искать. Наливай чай, разламывай хлеб, нарезай сыр, одиночества нет, одиночество ждет, как пройдет марафон виртуозных прыжков самых дальних планет.